Довольно дикал! Ты, черт возьми, знаешь цену этого телевизора? Ты вообще играл в это дерьмо, чувак? Оно, это полный отстой! Тогда почему ты тратишь на него свое время? А что еще делать в такую жарищу, алло? Так, стой, я знаю, не говори. И... вечеринка! Чувак, ты знаешь мое отношение к вечеринкам? И да, это днечеринка. Ну, типа день. А когда вечер, то... ну, забей, ты понял. А такие вечеринки вообще существуют? Откуда к тебе пришла эта мысль? Сомневаюсь, что твоя пустая голова такая остроумная. Вау, вы только гляньте! Что это? Неужели это список дневных вечеринок, запланированных на сегодня? Какое удивительное совпадение! Прямо как в дешевых фильмах, где автор умеет придумывать сюжет. Ну что, поехали? Отличное развлечение, такой же орхидей. Мы поедем, нет? Как мы туда войдем? Тут даже дверь не выломаешь. Спокойно, у меня есть беспроигрышный вариант. Здравствуйте, вы любите играть в теннис? Нет. А пинг-понг? Но это одно и то же. Да, не люблю, когда его так называют. Я тоже. Мы из клуба антипинг-понгистов. Проходите.